это самое лучшее, самое красивое место в Абу-Даби. Всем привет! Это программа «Путешествия по Эмиратам с блестящими людьми», где именно наши земляки являются блестящими людьми в моих глазах. Сейчас мы находимся в замечательном Абу-Даби, в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Именно здесь проживает героиня нашей сегодняшней программы. Ее зовут Ирина. Она ровно год назад переехала сюда, в Абу-Даби. И за этот год она успела познакомиться с этим прекрасным городом, готова нас отвезти в самые интересные места Абу-Даби. Что это за места? Где они находятся? Давайте узнаем у нее сами. Поехали! Как давно ты здесь, Ирочка? Ну, я приехала, даже я помню число, 7 декабря, да, я приехала сюда. Почему помню так хорошо это число? Потому что, значит, у меня была в клетке собачка, 45 килограмм, и еще одна клетка у меня была с кошечкой. Вести животных – это ужасно дорого, но перед тем, как собрать эти документы все, чтобы вести это животных сюда, значит, у меня месяц, наверное, потратила я на то, чтобы собирала эти все документы для животных. И это был перелет полный стресса, потому что мне, значит, дали перелет только с Стамбула. Стамбул, Дубай тоже. Не Абу-Даби даже, а Дубай. Вот, значит, я их взяла, посадила в машину, этих всех зверей, довезла до Стамбула. С Стамбула в самолет пересадили, довезли до Дубая, опять с Дубая на транспорт и сюда, да. Мебель наша пришла позже, значит, здесь была одна койка, и там телевизор, я не знаю, еще что-то, и, значит, на этой койке потом я еще прожила месяц вместе с кошкой и собакой. Откуда ты сама? Выросла и родилась в Казахстане, в славном городе Актюбинске. После того, как я окончила медицинский институт, значит, тогда, на тот момент, присутствовала такая система, как отработка. Тебе показывают место работы, это вот то, что тебе государство проучило там 6 лет в медицине, ты должен пойти и отслужить на пользу государству. Вот, значит, я поехала в город Актау, потом я познакомилась с турецким парнем, вышла за него замуж и переехала в Турцию. Мой муж, он работает тоже в очень славной компании, да, дай бог ему долгих лет жизни и, да, и здоровья, да, и компании тоже. Вот, и компания предоставила такую возможность поработать ему здесь, и вот, значит, мы по этой причине переехали сюда. Что касается тебя, ты же не работаешь в данной компании. Были ли у тебя мысли, я не хочу переезжать, я остаюсь в Анкаре? Да, конечно, последние 8 лет я прожила в Анкаре. Значит, мы сделали бизнес совместный, у нас это бьюти-салон. Конечно, мне жалко было его оставлять, готовое, потому что место работы, значит, подруги, все-все вокруг меня было, все, ну, все налаженная жизнь, да, было жалко ее оставлять. Но, с другой стороны, я же говорю, что вот эта жажда нового чего-то и семья, да. Подумала так, что семья, наверное, очень важная и самое, может быть, главное для меня, поэтому я оставила свою привычное место обитания и переехала с мужем сюда. А как называется салон? Сейчас он называется Оксана Балкан Бьюти в Анкаре. Кто будет в Анкаре, добро пожаловать. В каком районе мы сейчас находимся? Находимся, это старый район, Корнич называется. Одно из самых любимых мест Ирины в Абу-Даби – это художественный музей Лувр. Он находится на острове Садият в расстоянии 12 километров от Корнижа. Строительство началось 26 мая 2009 года. Лувр открыли в 2017 году. Архитектором Лувра Абу-Даби является Жан Нувель. Стоимость строительства здания Лувра Абу-Даби оценивают в 600 миллионов евро. Это моя? Гостя моего. И во Франции я тоже могу зайти, показать эту карту, не заплатив за вход. Смотри, здесь еще одна была работа, но ее заменили. Вообще в Турции, скажем так, если это не как Россия, где
каждый там, не знаю, третий талантлив в художестве и исламской религии, она запрещала изображать, знаешь, да? Лица, да. Лица. И поэтому, в общем-то, это было запрещено, скажем так, это искусство. Поэтому только очень-очень талантливые, упорные люди могли продолжить это, да, свой талант, развить свой талант. Вот Осман Хамдиби один из таких людей турецких. Мне кажется, потрясающий. Парижский Лувр в лице агентства France Museums обязуется в течение 30 лет оказывать консультационные услуги, предоставлять в аренду предметы искусства и дать право до 2037 года использовать бренд Лувр. Все это обошлось создателям музея примерно в 1 миллиард евро. Ну как вот можно не любить вот это всего? Как можно не наслаждаться красотой этого всего? Для меня это самое лучшее, самое красивое место в Абу-Даби. Решение о строительстве Лувра Абу-Даби и передаче ему картин из коллекции французских музеев вызвало критику среди некоторых деятелей искусства Франции. 4700 экспертов по музеям, археологов и историков искусства подписали петицию, в которой заявлено, что французские музеи не продаются. Какие плюсы ты нашла в этом городе, в этой стране? Тепло, потому что это, мне кажется, большой-большой плюс. Ты можешь в своих тапочках, флип-флопах ходить целый год. Ну, хотя это можно отнести к минусу. Так это плюс или минус? Ну, вот, не знаю даже. Мне нравится здесь, что здесь ты покупаешь, можешь купить машину за не такие бешеные деньги. Машины очень в доступной цене. Водить машину здесь... Мне очень нравится абу-дабийский трафик. Люди вот именно свои полосочки, как они продвигаются, движение, как они двигаются. Нету вот этого, понимаете, суеты на дороге. Мне нравится здесь, знаешь, пение птиц. Какие минусы здесь? Жара. Вы сами понимаете, что эта страна, это, значит, здесь все создано искусственно. Например, мне не нравится то, что идешь ты в маркет и не знаешь, там, как мы привыкли, да, в сезон. Ты кушаешь овощи, фрукты, которые в сезон. Как это принято в России, там, или, я не знаю, там, или в странах СНГ. Весной ты кушаешь огурцы, редиску, а летом ты там кушаешь, там, я не знаю... Да, сезонные фрукты, овощи, да, ты здесь не знаешь, что сезон, это все привозное, это все, скажем, не сорванное с грядки прям, то существуют какие-то правила, понимаешь, и ты даже не спрашиваешь, ты не можешь спросить, а почему это так, вот оно существует, вот и нельзя, закон, да, что нельзя это делать, а почему нельзя, вопрос ты не можешь задать, а почему это так, не думай об этом, да, не ищи какого-то, смысла, не задавай этих вопросов. Это для меня не очень привычно. Hello. Try this. Welcome. This is Lavna and Olives. Привыч? Oh, попробуй. Mm? Нет, не хочу, сама пробуй. Любна. Оливки. Вот, смотри. Харис называется. Харис, когда не попробовала? Харис. Как ты узнала об этом блюде? О харисе? Да. Есть что-то похожее в турецкой кухне. Ага. Вот. И, значит, проживание, климат наверняка свои условия тоже диктует. И кухня тоже. И поэтому, видишь, вот такие вещи, это, как сказать, основа питания. И, ну, здесь, если посмотреть, рассмотреть, здесь все есть и протеины, и карбонидраты, и витамины. Это основа питания здесь, мне кажется, арабского человека. Вот ее наваришь, да? И целую неделю, наверное, можешь есть. Как у нас борщ. Да. Хариса – это армянское национальное мясное блюдо. По своему виду напоминающее суп-пюре из развареной пшеницы и мяса птицы.
Хариса готовится, как правило, из курицы, но иногда из индейки или даже баранины. Мне интересно узнать, какое у тебя хобби. О, у меня много хобби, да. Значит, самое, может быть, важное мое – это кухня. Я люблю готовить, я люблю пробовать новое, я люблю накрывать столы, я люблю угощать, я люблю принимать гостей. Да, это мое, наверное, самое важное хобби. А какую кухню ты готовишь? Я готовлю любую кухню. Ну, большинство, конечно, турецкую. Турецкую, медитериан, средиземноморскую, скажем так, да. Я пробую сейчас уже индийскую. Мне нравятся восточные вот эти специи. Например, в Турции ты невозможно их купить, а здесь это в достатке и в большом количестве. Я думаю, что вот именно проживая в этом климате, мне кажется, надо питаться именно вот как индусы или как вот местные люди, скажем так, да. Употреблять те продукты, которые употребляют эти люди. А какие еще хобби, кроме кулинарии? О, ну мы так быстро про кулинарию поговорили. Часть арабской культуры, запахи. Сейчас тебя отведу тоже в магазин один такой-то. О, вообще-то тоже. И сколько там запахов. Культура у них, знаешь, они одевают эти запахи. А как одежку? Днем один, вечером другой. Запахи у них означают много для арабских людей. Привлечь ты хочешь, ты один запах используешь. Хочешь отпугнуть, ты другой запах используешь. Индийский парфюмерный дом Аджмал был основан в 1951 году Али Аджмалом. Официально семейное имя присвоено марке лишь в 1964 году. В 1976 году Аджмал перенес свою компанию и производство на Ближний Восток и открыл первый магазин в Дубае. Нам с Ириной понравились некоторые виды масел, и мы с радостью поделимся ими с вами. Это Oud Rose, Ombre Rose и Patchouli Rose. Но помните, что для каждого сезона свой аромат. Discovery set. Inside there, there are some tube testers with some of the famous perfumes from Ajmal perfumes like Amir 1, Amir 2, Evoke, Sacrifice, Visal, all this. Thank you so much. Welcome. Куда теперь мы идем? Мы идем за рыбкой, смотреть на рыбку, да. Пойдем. Ну вот что вот не хватает в таком маркете? В этом маркете? Вот в этом? Да. Вот, например, тебе сейчас, когда ты идешь, гуляешь. Напиток, вот. Наверное, какой-то. Нет, а вот мне музыки, например, не хватает, да? Вот какая-нибудь такая легкая музыка была бы вот даже очень даже кайфова, да, такая? Кстати, да. Такая расслабляющая. Человек культурный, посмотри, Лувр, музыка, картины дома. Оказалось, как оказалось. С детства еще играю в волейбол в команде, там у нас команда была. Замечательно такая в городе Актюбинске, потом это я продолжила в институте и дальше, да. И даже я в Лондоне играла во второй лиге, это было как на London Upon Thames College, у нас была команда такая. И здесь, переехав сюда, тоже было скучно, я начала искать, где же мне поиграть в волейбол, ну, естественно, любителям. Вот, и я нашла свою подружку, с которой мы играли в нашей лондонской команде вместе. Она, оказывается, здесь создала свой волейбольный клуб. То есть мы возвращаемся к хобби. Первое хобби – это у тебя кулинария, второе – это спорт, волейбол. Именно в связи с этим ты прекрасно выглядишь. Ой, спасибо. Мне надо тоже начать заняться волейболом. Волейболом, да. Расскажи свою самую запоминающуюся историю здесь, в Эмиратах. Однажды мы пошли пить кофе с моей подружкой. Это был где-то там большой молл, скажем так. Значит, мы пили кофе, мы провели очень хорошо время. Я села в такси и еду домой. И, значит, приезжаю к дому и понимаю, что кошелька-то у меня нету. Да, да. И что я такая? Я начинаю паниковать. Таксист меня успокаивает и говорит... Здесь, и я, говорит, вы наверняка его выронили и оставили в моле. И я представляю, что значит выронить кошелек в моле. Это все значит проститься со всем, да, и с кошельком, и с его содержимым. Он меня успокаивает, говорит, вообще не проблема, давайте, отвозит меня обратно в этот мол. Да, и что, и к моему большому-большому удивлению, кошелек лежит в этом же кафе и ждет меня. Это было для меня... Вау, просто серьезно говорю, да. Здесь такая надежность. На скольких языках ты говоришь? Ну, на трех. На каких?
На каких? Ну, на русском, на турецком и на английском. Ирочка, такой очень близкий к душе вопрос. Где твой дом? Где мой дом? Где моя подушка? Где мое одеяло? Там мой дом, да. Скучаешь ли ты по Казахстану? Стираются грани какие-то между, опять-таки, государствами, между национальностями. Ты уже не становишься патриотом какого-то, патриотизм куда-то улетучивается, уходит. Ты просто-напросто ощущаешь себя человеком мира. Вот. И поэтому скучать по какой-то там, я не знаю, стране, этого не происходит уже. Скучаешь за людьми, да. У меня мама, папа, они живут в Казахстане, там какие-то мои подруги тоже. Я еду туда, чтобы провести с ними время. Я еду проводить время с ними. Я скучаю за людьми. Куда мы приехали? Мы приехали на рыбный рынок. Альмина Фишмаркет – это популярный рыбный рынок Абу-Даби. Рыба и рыбная продукция попадает на прилавки рынка прямо из порта Мина-Заид, на территории которого он расположен. Благодаря этому здесь всегда огромное разнообразие свежей рыбы и морских деликатесов. Купленную рыбу можно здесь же почистить и приготовить прямо на рынке. Ирочка, милая моя, спасибо тебе большое, что показала мне свой Абу-Даби. Я в него влюблена, а это тебе. Спасибо, Анечка, спасибо. За заботу, за внимание, да, всегда рады. Приезжайте еще. С удовольствием. Добро пожаловать в Абу-Даби! А наша программа в Абу-Даби подошла к концу. Пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующие выпуски программы. Не пропускайте, мой вам совет. До новых встреч! Пока! Пока.